Традиционное шествие бессмертного полка может пройти 24 июня, а 9 мая мероприятие состоится в онлайн-формате. Трансляция начнется в 15:00 на телевидении, городских экранах, различных медиасферах. Жители каждого региона смогут увидеть в едином строю своих земляков. Организаторы надеются, что ситуация с пандемией улучшится, и летом акцию удастся провести в очном формате.